Ну, я вообще хотел бы заметить, что сегодня между учреждением «Старт» и спортивными федерациями складываются достаточно конструктивные отношения. Федерации в конце года подают свои заявки на проведение своих спортивных мероприятий в рамках городского округа. Значит, на основании этих заявок составляется календарный план мероприятий. И «Старт» по возможности, конечно же, помогает проводить эти мероприятия, помогая либо предоставлением своих площадей, ну и конкретно предоставляет наградную атрибутику. По федерации «Шахмат» я хочу отметить, что в 2015 году этой федерации было проведено 15 мероприятий. В них приняло участие порядка 300 человек. И «Старт» в данном случае на наградную атрибутику выделил около 8500 рублей. И 5 мероприятий этой федерации были проведены на площадках «Старта». Все площадки были предоставлены федерации «Шахмат» бесплатно. По 2016 году я хочу заметить, что этой федерации было проведено 3 мероприятия. Порядка 46 человек приняли участие в этих мероприятиях. За предоставлением наградной атрибутики федерация «Шахмат» в этом году, ну вот за первое полугодие этого года, не обращалась.